Проверка Севастопольского штаба Общероссийского народного фронта показала, подавляющее большинство переходов у школ сельской зоны Севастополя не соответствует стандартам Российской Федерации. В то же время в самом городе ситуация выглядит иначе. Пешеходные переходы в городе-герое Севастополе в основном на 95% оборудованы пешеходными лежачими полицейскими, освещаемыми знаками, которые видно в вечернее и ночное время. Вот. Но пришли жалобы, что в муниципалах, которые сельские, эти работы еще не сделаны. Например, вот мы сейчас находимся в Качинском районе, в Орловке. Пешеходные знаки не подсвечиваются, и пешеходные лежачие полицейские уже старые и уже выезжены. То есть они не оказывают должного воздействия на машины. На переходе нет ни светофора, ни знака, который предупреждает о лежачем полицейском. По мнению общественников, знаки противоречат дорожной разметке, не разграничивая территорию перехода. Такую же картину можно увидеть в Андреевке, Хмельницком, Орлином, Фронтовом и Терновке, утверждают фронтовики. Водители также недовольны состоянием дорожного участка. Вечером пешеход не освещается, не оборудован звуковыми сигналами. Знаки стоят лишь бы как. Здесь возле школы интенсивное движение, лежат полицейские, половина полицейских там уже разобранная, объезжает машины мимо ее. Вот такая ситуация. Сейчас общественники готовят документы для обращения в поселковые муниципальные советы. Отдельную работу проводят с автолюбителями. Совместно с руководством школы номер 46 они организовали акцию, направленную на повышение внимательности на дороге. Знает маленький народ, пешеходный переход, знак в полоску белую, здесь шагаю смело я. Надо быть внимательными, чтобы наше молодое поколение не пострадало. Это правильно. Всегда стараюсь. Будьте бдительны. Да. Спасибо вам. Активисты собираются направить информацию о состоянии пешеходных переходов возле школ в городскую госавтоинспекцию, чтобы сделать дороги более безопасными для маленьких севастопольцев. Кирилл Попов, Виталий Козловский, Александр Косманенко, Севинформбюро.